Анонс и дата выхода нового 8-серийного сериала «Убить Риту». Премьера нового сериала состоится летом на интернет-портале «Премьер». Простая учительница химии не задумывается над тем, что придется расстаться с профессией и зарплатой, которой хватало на скромную жизнь. Маргарита читает предмет старшеклассникам, с одним из которых у нее начинается страстный роман. Нарушив моральный кодекс, она с позором уходит из школы и остается без средств к существованию. Родители настаивают на увольнении преподавательницы, вступившей в сексуальную связь с учеником. Столкнувшись с трудностями, Рита быстро выходит из создавшегося положения и соглашается стать домработницей роскошного коттеджа. Она уверена, что владельцы являются состоятельными людьми, но не подозревает, чем они промышляют. Оказавшись среди роскоши и богатства, Рита не догадывается, что здесь было совершено реальное убийство, а местные бандиты вовлекают ее в опасные разборки. Училка скрывает от окружающих, что однажды и сама спешила скрыться от преследования злоумышленников. Не рассказывает она и о том, что имеет на руках паспорт с чужим именем, благодаря чему спокойно прожила в провинциальном приморском городке, где никто не напомнит о неблагополучном прошлом. Но преследовали не составляет попыток завладеть формулой и идут по следу. Премьера нового сериала состоится летом на интернет-портале «Премьер». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.